I've got to reach you. I've got to see you. Добрый вечер, дорогие друзья! Вы смотрите видео на канале AndroidInsider.ru, и сегодня мы вам покажем пасхальное яйцо, которое специально для нас оставила компания Google в операционной системе Android. Для этого нам нужно открыть настройки, промотать менюшку в самый-самый конец, до пункта о телефоне. И здесь уже найти пункт версии Android и нажать на него несколько раз. Мы увидим вот такой вот логотипчик Android версии 4.2.2, это Jelly Bean, и это далеко не все, о чем мы хотели вам рассказать. Если по этому логотипчику нажать много-много-много-много раз, а потом пошевелить его пальцем в разные стороны, мы увидим еще больше джелибинов на экране, и вот так вот их можно гонять из угла в угол, достаточно забавно, но понятное дело, что совершенно бесполезно. Но нужно понимать, что это пасхальное яйцо, которое не несет в себе никакой полезной нагрузки, но все-таки вещь приятная, и обязательно ставьте лайк, если вы об этом не знали. И после этого, конечно же, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. На этом все, пока-пока.